Привет, с вами Корней. Сегодня я пересматривал старые журналы, которые хранятся в моей кладовке, и наткнулся на одну интересную статью. Она посвящена итальянскому математику Гранди, или Гранди, я уж не знаю, как правильно ставить ударение. В 1710 году Гранди доказал возможность возникновения Вселенной из ничего. Доказал он это математическим способом. Это доказательство я хочу вам сегодня продемонстрировать. Гранди взял бесконечную числовую последовательность S, которая равна такому ряду чисел. 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1 и так до бесконечности. Затем Гранди рассматривает, чему равно S минус 1. Ну, естественно, если мы в этот ряд добавим минус 1, то и получим искомое значение. Гранди начинает с минус 1, а потом просто переписывает все эти числа сюда. Плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1. Ну и так до бесконечности. Теперь, сравнивая два этих числовых ряда, Гранди понимает, что если мы умножим s на минус 1, то просто поменяются все знаки в этой последовательности. А если здесь поменять знаки, то, соответственно, будет полное совпадение с этим рядом. И таким образом он получил следующее равенство. S минус 1 равно минус s. Ну, это абсолютно справедливо. Мы получили уравнение, которое достаточно легко решается. Оно сначала принимает такой вид. Я думаю, все понимают, почему, да? То есть мы минус s переносим в левую часть равенства. Оно у нас становится положительным. Поэтому здесь 2s. А минус единицу в правую, она тоже становится положительной. То есть, и мы получаем 2s равно единице. Ну, а здесь уже все решается совершенно элементарно. S равно единица, деленная на 2. То есть, s равно 1/2. Далее Гранди рассматривает вновь первую последовательность. S равно 1, минус 1, плюс 1, минус 1. Плюс 1, минус 1 и так до бесконечности. Поскольку здесь используется только сложение и вычитание, мы можем расставлять скобки в этом ряду как угодно. От этого конечное значение не поменяется. И Гранди расставил скобки таким образом. Просто попарно объединив единицы. Теперь мы можем переписать этот числовой ряд следующим образом. S равно 0. Плюс 0, плюс 0 и до бесконечности. Ну, понятно почему, да? Потому что в каждых скобках мы имеем 1 минус 1, то есть 0. Эта числовая последовательность хоть и является бесконечной, ну, чему она равна абсолютно понятно. Потому что сколько 0 не складывай с нулями, ничего кроме 0 получено быть не может. Поэтому s просто равно 0. Таким образом, Гранди получил, что S равно 1/2 и S равно 0. А из этого равенства он получил, что 0 равен 1/2. Гранди посчитал это доказательством того, что Вселенная действительно могла возникнуть из ничего. Мне очень понравилось это доказательство, потому что, ну, она подтверждает, допустим, современную теорию Большого Взрыва, когда действительно считается, что Вселенная возникла из ничего. При этом заметим, что Гранди жил в 1710 году, когда у других ученых еще никакого такого понимания близкого к теории Большого Взрыва еще не существовало. В то же время мне очень нравится вот это равенство 0 равно 1/2. В этом есть некое такое математическое изящество. Ну, а что вы думаете по поводу доказательства Гранди и по поводу этого равенства?
Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.